begin? Huh? Begin. That was it, thank you. Alphabet, on the alphabet for them. Thank you.
один раз прочитать только. And one time to read it. Салата ла анаро о акику и асепю у атенго э анаро о. And if you write this, анаро о ма ом. А если вы нарисуете на анаро еще вот такую вот капельку, то получится ом. Анаро о ма ом. Ка, ка. Ха, га, на, ча, ча, джа, ня, та, та, да, на, па, па, ба, ма, ца, ца, за, ва, ща, са, а, я, ра, ла, ща, са, ха, а, луик, на. Талу, та, талу, та, талу, та, налу, на, шалу, ка, кашалу, та. 1, 2, 3, 4, 5. And this is not Louis. This is here. Uh-huh. Yeah. Five. So we got this. This one, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Их пять. Логи, пять возврат букв перевернутых из санскрита, который пришли. Reverse five letter. Да, переводится как перевернутые пять букв. Та реверс, та реверс, да реверс, на реверс, and ша реверс. Да, дословно переводится, когда мы говорим тало та, то есть та перевернутая будет та, тало та, то есть та перевернутая будет та, okay. И так далее. Ну, in санскрит та, та, да, на. А в санскрите, знаете? Та, та, да, да, на. А вот в санскрите, вот, у них же пять букв в одной группе. Та, 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 да, да, на. They are all, you know, this Tibetanized Sanskrit word. Uh-huh. И вот все они, пять букв пришли в тибетский язык из санскритского, из языка санскрита. Only we use this only when in we write mantras. Uh-huh. И мы их всегда используем, когда пишем мантры. This five are the thick five letter. И тут то же самое написано. Пять тик, тук. Тубуигна, тик, yes. Тупу means тик. А, я, окей, я сик. Тупу means тик. Тупу означает двухэтажное, то есть. Помните, мы... Five very thick letters. Надписные буквы. Пять надписные буквы. Тупу икина. Гахата га, зата за, тата да, талу да, 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 бахата ба. И вот Гиша прочитал, как их надо читать. Гахата га. Да, и так далее. Да, хата, да, да, хата, да, 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 да. Ну, также это в санскрите. Та, та, да, еще прибавляется да, дха и на. Та, та, да, дха, на. И вот следующая группа. Та, та, да, дха, на. Па, па, ба, баха, ма. И еще одна группа. And я, ра, ла, ща, ща. А,
И вот последний. Я рала ша ша. Саха. Саха. Like this. Sanskrit alphabet. Yeah, Sanskrit. Look with Sanskrit. So these are just taken out from Sanskrit alphabet. И вот те, которые написал Гиша, они пришли к нам из санскрита. These three, cha-cha-ja and sha-sa-a, newly formed Tibetan letter. Ага. И вот эти три, и эти шесть букв, которые показывают Гиша, они новые, их, то есть, это, они, эти новые буквы вошли в состав тибетского языка. These six letters not in Sanskrit, actually. Эти шесть букв не найдете в санскрите. Now it is in Hindi alphabet they say cha cha ja jahanya. In Hindi. А в Hindi? Cha cha ja jahanya. В Hindi есть вот то, что сейчас произнес Гиша. Almost same in Sanskrit. Ka ka ga ga na cha cha ja jahanya. Ta ta da da na ta ta da da na pa 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 ba ma ya ra la wa. What they use? Yara lawa, sha, saha, etcetera. И вот сейчас Гиша произнес как хинди. На языке хинди алфавит звучит. So in Tibetan, we say these letters are loikna, and these five are tubuikna. И в тибетском языке они называются вот перевернутые логикла, то есть пять перевернутых букв. А подписных букв шуко, тупо и... Качалу, ча. Вот это что, шестая? А вот this это... Is, this one. Это та же. And ка is this. Like in Tibetan, yeah. how we... Качалу, ча. Качалу, ча. But she asked... But she asked about this letter. It's six letters? Yes. Yeah. But including this six letter. But it is not included because it's two letters. It is not reverse, yeah? But because it's also from Sanskrit. One is not reverse and this is already here. Okay. И вот эта буква... Ша, it's already here. Кашало... Кашало... Ша... Она звучит... Она не перевернутая. Поэтому просто Гиша сюда подписал, чтобы мы уже все знали буквы из санскрит. Но она пришла из санскрит. Она не перевернута. В ее составе есть буква, которая перевернута. Yes. Вот это вот. Да, 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 она. Ша. Ша. Окей. Окей. Ну все, тогда.